Пеппи, дорогая, я сейчас для тебя станцую, как и обещала. Вот, но до этого я хочу обратиться к нескольким другим форумчанам, которые на других форумах, ну, на нашем форуме, но в других разделах, которые очень расстраиваются каждый раз из-за моих видео. Ну, во-первых, вот ковер не дает покоя людям. Не знаю, как ты думаешь, может быть, сказать, что это ковер-самолет, они же дураки, поверят, тогда они будут легче будут его воспринимать. Как ты думаешь? Я? Да. Но Давай это... скажем, что это ковер-самолет. Почему сказать? Это настоящий. Настоящий ковер-самолет. Ой. Хорошо. Значит, вот это первое. Значит, второе. Ну, ковролин грязный, там уже, значит, ну, приедет убираться одна из Хорошо. дураков, договорились. Вот. А, вот еще. Есть одна форумчанка, она в покупках и моде. Вот. И она... я не хочу... Ты знаешь, она меня ужасно сильно оскорбляет, но я почему-то не хочу ей делать никакого зла. Поэтому я не буду говорить ни ее ник, ни ее настоящее имя. Вот. Не хочу, чтобы у нее были какие-то проблемы. Просто вот она мне говорит, что я жутко себя опозорила навеки вечные тем, что я вот показала, ну, вот где я танцую, вот, что у нас мебель 80-х годов. 70-х. Вот. Ну, так что ты давай осторожно, а то тоже расстроится. Ну, вот это не может быть 70-х, это тоже, вот этот сервант, не очень сильно там его вот снимай, вот после камина, который, потому что, наверное, он может быть есть в 80-х. Хорошо? Вот. Ну, Пеппи, дорогая, я, прежде чем станцевать, хочу тебе сказать, что если у тебя будут какие-то рассуждения, мысли или еще лучшие факты из жизни, обязательно напиши мне на e-mail. Обязательно. Я буду ждать. Вот. И ну, сейчас я станцую для тебя. И я хочу еще сказать, что девочки, для которых я танцевала, если вы Гошенька и Малинка, и ты, Пеппи, если вы приедете в Париж одни или с мужьями, вы будете всегда-всегда добро пожаловать к нам. Ну, А, нет, вот еще, что я хотела сказать. Еще-то, это очень важно. Значит, фурумчанки, им не нравятся мои ноги почему-то. И говорят, что я они говорят, что каждый раз вот, я фотошопом вытягиваю себя. Но это же несправедливо, я же себя не вытягиваю. Что им ответить, как вам, если себя не вытягиваю? Специально, чтобы... Они думают, что я толстая на самом деле. Понимаешь? Да. И вот что... Ну, что, ну, пусть думает. Пусть думают? Да. Хорошо. А. Je savais que j'étais forme à ce point. Je suis très forme. Mais... Non, il faut que je dise quelque chose en russe pour vous expliquer. Bon, alors, j'en sais. En russe, tu parles. C'est moi qui te rallonge. Они говорят, что я сама себя, ну как, вытягиваю, чтобы казаться менее толстой. Что делать? Я такой сильный, что я могу это. C'est pas drôle, C'est pas drôle. Non. Bon, alors, c'est tout.
Qu'est-ce que tu peux inventer? Oh, mais je j'invente rien. Pourquoi veux-tu inventer? Mets-toi des bombes pour mon visage. Ok. Alors. Baby, станцуй мне тоже что-нибудь. Это было бы здорово. Слушай, ну почему они так говорят? Ну мне же обидно. Мне же обидно. Обидно? Что? Да, что мне делать? Ну, да. Ты так грустно. Вижу, что грустно. Я не слышу, что ты говоришь. Ты грустный? Так и дай совет мне какой-нибудь. Совет, обед. Мы решили про камеру самолет, да, что он самолет. Здесь приедет убираться. Так, этот сервант. Да, сервант, один только у нас есть. Не показывай, да, она ее кондрашка хватит. Вот. А вот про то, что вот я вот себя, или ты там меня худею, вот про это я даже не знаю, как им доказать-то. А я представляю, какие старые бабки там смотрят. Да, у вас, они не рисуют свои фотки. И ревнуют, и, а я знаю почему. Потому что они только и думают об этом, потому что они есть, да, такие. Да, да, да. А я представляю, ты знаешь, как эти очень толстые русские бабки. А там, конечно, они жрут по-другому, чем у нас. Это действительно факт. Ба-бам. Алло, иси. А? Иси, завтра твой все иди. Левоз. Ситуация Либерхуд. Слушай, они говорят, что мои цветы могут на кладбище скидывать. Как будто на кладбище. Как они могут обратить внимание на эти розы? Самая красивая роза это ты. Пеппи, целую. Пока.